Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. И сегодня будем смотреть на игру Layers of Fear 2. Первую часть я проходил, не помню, на канале, не на канале. Но там, короче, суть была в том, что мы играли за какого-то художника, который там уже хуйней всякой страдал. Вот, здесь же мы играем за актера. Давай начнем. Мы играем за актера, и вот что-то мы, короче, тут будем мутить. А что конкретно, я пока не знаю. Опаньки. Ёб твой рот наоборот, что за пиздец? Охуеть. Бегать можем. Воу-воу-воу. Домики какие-то. Так вот, в игру вообще рекомендуется играть в наушниках. Да вообще в любой ужастик рекомендуется играть, сука, в наушниках. Даже сказал, что в любую игру рекомендуется играть в наушниках, да? Так, FPS проседает очень сильно. Так, чтобы открыть дверь. Так. О, что с FPS у нас? А, все, понял я как. Тут, короче, прям мышкой мы... Ну, нахуй, открыл. Что тут? Что тут? Что тут? Что тут? Бля, это с первой части. Как жаль. Голову отрыл. Ух, блядь, почти получилось. Акт. Да, какой-то первый. Наверное, за он морин какой-то. Кто его знает. Окей. Не спи. Ты сыграешь свою роль. Ты не будешь спать. Сон жалкое оправдание. Как и ты. Все приготовления сделаны. Твои игрушки наверху. Время не ждет даже актеров. Так что не трать наши с тобой минуты. Играй. Ах ты как. Окей, так, сейчас погодь. Да, ну во. Вертикальную синхронизацию отключил и чуть-чуть, короче, срезал изображение, то, что нахуй не тянет. Окей. Че у нас? Это фотка, да? Это у нас фото чего-то. Палуба, по-моему, какая-то. Ладно, это что у нас? Создание персонажа. Собрать воедино воспоминания, грезы и страхи, а подготовиться к главной роли. Блять, ну... Сон. А, здесь типа... Все понятно, здесь будут еще буквы какие-то. Хорош. Так, это что у нас? Да, подожди, а как перевести? А, во, надеюсь, все хорошо, не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточься на том, что умеешь лучше всего. Ступай в свое особое место. Найди в себе мотивацию, создай персонажа, поверь, оно того стоит. Я буду тебе писать, счастливого пути, твой друг и агент. Окей, короче... Немножко почитал описание к игре. Мы играем за актера, который будет играть какую-то роль, блядь. Да подожди ты, блядь. Ага, душ. Без звука нахуй, да, смывается? Окей. Ага, звук увеличивается, а толку нету, да? Вода не набирает. Ну хуй с ним, ладно. Так, а твои игрушки наверху, да, мне сказали? Давай посмотрим. Так, ну здесь нет них. О, что-то лежит.
Глубоко уважаемый путешественник, помещение подготовлено в соответствии с вашими пожеланиями. Пленка была доставлена незадолго до отплытия. Желаем вам удачного путешествия. С уважением. Икарус Трансатлантик, ёпта. Окей. Опачки. Ух ты, блин. Я тут что, кинцо буду снимать? О, гримерочка. Что-то написано еще. Создание персонажа. Подготовка. Исследовать. Кто я? Где я? Охудеть. Да ладно. Так, здесь что у нас? Ух ты. Это что? А! О, как, ёпта. Давай. Так однажды наступает пора одному сыграть множество ролей. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Он должен соответствовать, а с достоинством пройти сквозь несуществующие миры. Он надевает маски и приспосабливается к ним. Каждая маска — отдельный персонаж. Каждый персонаж — новый слой. Один слой накладывается на другой, и вместе они зовут его. Он должен создать персонаж, который суждено сыграть. Или окончательно потерять себя. Он погружен в пучину, загнан в угол жизнями, которые не проживал. Но он не сломлен. И стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Его роль печальна. Is a sad one. Wow. Почему вот здесь не то? Короче, окей. Это мы посмотрели, да? Здесь залупа какая-то. Лейзуфир, это, по-моему, блядь, слои страха же. Вот, точно, по-моему, типа такого что-то. О! Ёпта, а где я? Так, глубоко уважаемый путешественник, по распоряжению режиссера, всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансатлантик. Ёпта. Ага. Понятно. Здесь, короче, мы одни. Опа. Дверь закрылась, окей. О, блядь. Сука. Иди нахуй. Начинаются скримерочки. Там же нет нихуя. Красное дерево. Бля. FPS вроде стабильненький, вот сейчас вот, да? Ну, блядь, ну чуть-чуть падает все равно. Кстати, вас там тоже видно будет, скорее всего. Ага, так, сохранение прошло. Тоже будешь пугать? Слушай, когда будешь там, просто делай свое дело. Get to the set. Отправляйся на съемки и создай для него персонажа. That's all that matters. Лишь это имеет значение. Ну, не знаю. Коня какая-то. Так, ну ок. Все равно падает, смотри, сейчас, да, полтишок держится. Закрыто. Опачки! Ну. Красяво, красяво. Довольно-таки красяво.
А почему на палубе-то никого нет? Это вообще им никуда нельзя сюда заходить, что ли? Окей. Хорош. А, блядь. А, ну, вниз так, вниз, похуй. Еблась. Не, я бы один не хотел так, конечно, плавать. Чё? Я, насколько помню... Yeah, о, yeah. Да, да, знаю от тебя миллион раз, слышал, как ты ненавидишь море. Но уверяю тебя, такое событие пропускать не стоит. Раз Трансатлантик. Короче, насколько я помню по первой части Lies of Fear, вот этих слоев страха, блядь, тут за нами, ну, нам ничего не угрожает. Но, блядь, сколько здесь всяких вот этих типа скримерочков. Постоянно будет, игра, ну, как бы держит нас в напряжении. Ну, во всяком случае, первая часть делала так. Значит, пока нихуя не страшно. Оп! Опа, этот. Погромче. Сейчас. Чё? Куда едем? Багажное отделение, что ли? Трюм. О, всех пассажиров третьего класса прошу сюда. Did you check the lower? На этот раз проверили нижние палубы. Богом клянусь, если опять найдем зайцев, плавать вам больше не придется. Злой, сука, дядька. Капитан, походу, договорил. Так. Окей, здесь закрыто. Двери сами закрываются. Ох, ёпт, это что? Что за рыба, блядь, такая? Странная какая-то рыбёха. Опа. Ух, сука, по ушам-то как неприятно. Я пока открывать не буду здесь. Давай прочитаю сначала, что тут лежит. Верхняя часть Аторонага. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит имя неразборчивого Кей. Невероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество... признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Хорошо. Блять, походу в первой половине 20 века, да, это вся хуйня происходит, я так понимаю. Ух ты. Как он быстро, блять, садится. Ну давай. Как-то подтормаживает она, вроде FPS держится, а все равно как-то подтормаживает. Так, здесь что у нас? Так, а служба безопасности, начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силу новые протоколы. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подробному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, проезд без билета недопустим. Окей. Утопить нахуй, да? Нет, ничего. Ну и... А, бля, взял. Вот. Можно я раз одной ключик с собой возьму, пиздить кого-нибудь? Так, ну все, тут не надо ничего. Ебать, там неудобно, наверное, было ему спать под трубой-то прям. Окей. Воу.
А. Ну, а как мне его выбрать? А, это, блядь, здесь же другая дверь есть. Я тупилю. О, а чё это мы так хреново плывем? Что-то у нас тут. Может, через Атлантику. Блядь, мы не на Титанике или плывем, а? Так, лично мы с ним не встречались, мало кому это доводилось. А вот откуда взялись все эти вещи? Так что он урод, коллега, все это чушь. Стремная какая-то палочка. Так, хорошо. Ох ты, блядь! Вилка. Подожди, здесь дверка была. Все понятно. О! Можно было ее не проверять, да? Ну, пойдем вниз. Блять, открываем все, но ничего нам не надо, ничего не берем. Я бы на всякий случай что-то взял. Опа. Сейчас что-то будет, смотри. Белый шум. Воу. Подожди. Два коротких. Типа того, по-моему, да? Или наоборот? Или... Два коротких, один длинный, да, по-моему? Да я хуй, не помню, а морза я тут. Что тут есть, что-то еще? Все, нету, хуй с ним. Ладно, пойдем. Опять что-то, блядь, меняется. А, ну там, по-моему, в первой части такая же шляпа была. Тоже, по-моему, постоянно все менялось. О. Хорош. Так, о, тут что-то можем посмотреть. Нет ничего. Опа. Фотокарточка какая-то. А, с собой взять. Воу! Как так, блядь? Охуеть. Ладно. Прикольно, кстати, тоже вот эта тема этими мышкой прям открывать. Так, здесь. Здесь нет ничего получается. Хорошо, пойдем дальше. Везде вот эти непонятные рыбехи. Опаньки! Мне строго туда. Блять, закрыто, ладно. Так, здесь что у нас? Вагон-ресторан, блять. Что нам, сюда или туда дальше? Дальше. Найка ничего не туда нас помню. Нету. Ху-ху-ху, ай-яй-яй-яй. Начинается что-то, да? Так, репутация у него специфическая. Как только актеров не мучает, прежде чем выступать на площадке. Так, вроде это какой-то новый способ проработки персонажа. А как по мне, претензиозная чушь. Смирись. Отказов он не принимает. Какой-то туманчик, типа, да? Ну давай.
О, а чё опять то же самое? So what if the а, так. Он слегка того, подумаешь. Не мудрено, I mean, он ведь режиссер. Что он такого может сделать? Убьет тебя? Плохо видно там все. Мы сейчас походу будем как этот, в SCP ходить, да? Оп, с другой стороны уже. Маска. Думаю, это все игра. Блять, да че ты падаешь нахуй? Разбилась, да? Ну да ладно. Почему в обратную сторону теперь идем? Упадем. Ёпта, опять куда-то приперлись. Двери сами закрываются. Отлично. Доводчики, походу, здесь стоят, да? Так. Служба безопасности Икарус Трансатлантик. Всем сотрудникам. Как уже известно, большинству из вас на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского кинофильма. А мы высылаем вам подробную информацию о том, на какие палубы закрыт доступ рядовым пассажирам. Главная просьба актеров из съемочную группу не беспокоить. Все, поэтому меня нахуй никто не беспокоит. А я... Ох ты, блядь. Темно. Ну, пойдем. Давай, бабах. Оп, свет включили. Заебись. Блядь. Весь мир театр, а актеры паршиво подобраны. Че я не могу вот так нормальненько прям. Ну ладно, хрен с тобой. Тут голос, конечно, был. О, выход есть. Ух ты, блядь. Свет во тьме. Выход есть всегда. Бля, это от меня тень. Сейчас тот нас начнет пугать. Ты помнишь? Нихуя не помню, блядь. Свет-то гаснет, блядь. Ух ты, блядь! Помнишь, кем тебе довелось быть, пока мир не сказал, кем нужно стать? Блядь. Ух ты, блядь. Идем. Куда? Я помогу тебе вспомнить. Ух ты, блядь. Пойдем. Тут я уже был. Многие пытались стать частью моего величайшего творения, словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизнь, лишь один может создать персонаж на собственных руинах. Как оно все. Ну пойдем. Создавать персонаж на собственных руинах. Вот включим, давай. Нет, не включается. Ладно. I believe in you. Я в тебя верю. Кто уехал туда? Тут цветок был только что. Что за? Ладно. Ну, первая часть, я тебе скажу, была, по-моему, пострашнее. Там с самого начала начинали происходить какие-то жуткие вещи. Ой, проснись, мистер Харди. Надо выбираться из этой проклятой тюрьмы, пока мы не сгнили заживо. Опа, 845. Какой-то пароль. Давай-ка так, громче сделаю. Так, все сделал. На максимум. Так, 845. 8 4 5. Ага. Тут нет ничего, да? Ну все, пойдем. Не знаю, что-то она по мне так не особо страшная. Поперли.
Вот, что-то лежит, сейчас что-то возьмем, посмотрим. Мы правда отправляемся. Лилия, зови меня капитан Бейнсон, мистер Харри. Запомни это имя, квартирмейстер, не то прогуляешься по рее какой-то. Твою мать, там хуйня какая-то сидит. Там какая-то ебань, смотри. Здорово, мужик. Мне вот сюда, видимо, встать надо, да? Дай пять, бро. Дай пять, заебал. Не хочешь. Выключить залупу можно как-то? А, мне туда надо. А, все, я понял, это мне поставить надо. Все, я понял. Это мне сейчас надо эту хуйню поставить. Да ты заебала, еще чуть-чуть надо подвинуть. О! Та-та-та-та-та. Так, а мне теперь что надо сделать? Давай вот так, короче, их поставим. Ух ты, блядь! Ёбаный ты в рот, а? Вот это, сука, да. Это был нежданчик. Ты нахуя ты так делаешь? О, ёпта у тебя. Галышка-то отлетела. Сука, рай, а. Пойду я нахуй сюда. О! Здорово. Эти образы, воспоминания о тебе, они преследуют меня. Ты так цепляешься за них. Ведь я единственное, что у тебя есть. А, тебя забрал. Хорошо. Это дверь без ручек. Горит какая-то. Там что-то снимается, ладно. Какой-то, бля, пьяный тут пиздец ходил. Тур-тур-тур-тур. Сюда нельзя? Блять. Я бы вот зашел бы вот. Что за. Ебаный. Вот тут все закрыто. Теперь сюда нельзя. Ох ты, ну давай. Пугайте меня. Я вернулась, малой. Все вокруг прочитала. И нашла, где отмечен для нас путь. Путь? Ага, наверняка это оставили другие пираты. Но он приведет нас в безопасную зону. Сигареты, что ли? Да. Страшно. А, это мы... Блядь, да. Это я, конечно, да, сейчас тень. Ай, блядь, да что ж такое? Опа. Опа. Что у нас тут? Время и описание событий. 22.05. Окончание перерыва. 22.30. Последний механик покидает судно по сходням на, сука, кормовой палубе Е.
23.00. Патрулирование береговой линии у судна. 23.27. Патрулирование у зоны погрузки. Видел чей-то силуэт. Маленький, предположительно, ребенок. Попытался догнать, но никого не нашел. Запись обведена красным. 00.00. Окончание дозора. Хорошо. Блять, дети какие-то тут. Опа, позорная труба. О, вот он, мистер Харди. Самый быстрый корабль в мире, готовый на всех парусах отправиться в край пламени. Я не вижу парусов. Нам нужно попасть на борт незаметно. Походу про каких-то девчат. Так, ладно, здесь что, открывается? Здесь вряд ли, да? А, ну... Все, так и думал, что придется идти сюда. Ну, блядь, тут как бы выбор невелик. Та-дам. Чё-то я нихуя не догоняю. Ладно. Ты чё, браток? У тебя тоже ещё голова отлетит куда-нибудь нахер, а? Зю! Зю! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что за? Подожди, а... Вот так! Фууу! Ебать, мы должны поворачивать! Ладно, хер с тобой. Братан, поплыли. Пойдем в трюм. А. А-а-а. Ну, блядь. Ну, не, ну не страшно в целом. В целом вообще не страшно. Че это у нас? О, стой, мистер Харди. Слишком много тут грязных псов. Лили, я хочу домой. Мужайся, квартирмейстер. Так, твое сердце еще погрязло в сомнениях или охвачено пылким огнем. Пиратский щемот. Мы, походу, как будто бы снимаем фильм, да? Ну и... Не знаю. Ну, пойдем. Ну, я говорю, не страшно. Теперь здесь, да, закрыто, да. Вот, ну прям совсем не страшно. Поэтому. Поэтому идем дальше. О, чё, черно-белый все стало? О, бля. Как вентилятор работает, ладно. Элитные работы по дереву от ФФ и сыновья. ФФ, блядь, ФВ, блядь. Ладно, выполненный заказ. Один крепкий деревянный сундук из черного дуба, окованный железом и дополнительный кожаными ремнями. А, блядь, дополненный, сука. Читать разучился. Так, ремнями и ручками для переноски способен вместить взрослого человека. Надеемся, вас удовлетворит результат нашей работы. Я тоже на это надеюсь. Шумит он сильно. Почему все черно-белое стало? Заткнись нахуй. О! А, персонаж должно быть, да? Готовься
Вернуться назад? Да, здесь будет персонаж слово. Ну, давай вернемся назад. Тут что? Отсюда сюда, говорит. Потом постоять вот здесь. О, бакарта. Сокровище. Банк, кого-то ограбили, кого-то убили. Почему черно-белое все стало? Уши нету. Тут я ничего не понимаю, ладно. Кисточки. О. Для бега. Ох ты, бля! Ох ты, как оно все. Все, теперь я понял. Тут, о, тут что-то есть. 10, 80, 40. 10, короче, право, лево, право. Да, 10, 80, 40. Надеюсь, не забуду. 10, 80, 40. Опа, это мы типа убежали. 10, 80, 40. Так, куда мне надо-то? 10, 80, 40. Так, ну все, вот я правильно. Правильно же. Правильно. Вот он. Подожди, а как мне? Подгонить. 10. Подожди, блин. А, я типа... Ну ладно, типа открыл. А, вот здесь. 10, 80, 40. Ракушка! В том краю, что мы видели, Вики, что-то смотрит, цветущий берег ласкает прибой. Боли, страха, обмана и гнева не зная, там воспрянем мы гордо вместе с тобой. Коль живешь без оглядки, витая в мечтах, коли ты всех живущих сильнее душой, коли можешь ты строить или рушить все в прах, в руках у тебя целый мир, братец мой. Ну ладно. Опа. А я... Я где? О, это у нас типа... На пляжу мы приплыли откуда-то. Я что-то не пойму немножко вот этой петушни. Походу, ну реально, две девчонки здесь были. Это мы типа снимаем фильм, я правильно же понимаю? Мы должны
Собрать актера. Собрать актера, действительно, да? Так, раз. Там что-то лежит. Так, мистер Харди, квартирмейстер. А это очень важная должность, потому что квартирмейстер доставляет экипаж к месту назначения, следит, чтобы еды и роба хватало на всех. Мистер Харди очень предан капитану и всегда выполняет его приказы, потому что он капитан, а не мистер Харди, бесстрашный лидер. Иногда капитан сердится на мистера Харди, но лишь потому, что заботится обо всей команде. По правде говоря, нижняя часть страницы оторвана. Хорошо. А здесь еще что-то есть, куда-то зайти? Вот здесь еще что-то есть. Все, эти фотографии мы потом посмотрим там у нас в этом. Короче, в нашей каюте. Ну давай. Дверь. Смотри, опа. Вот. Ну пойдем. Подожди, а что это? Нам в эту дверь заходить? Базару нет. Я так и думал. Мы что, блядь, в толчке что ли где-то? Бать, странные картины там висят. Ладно. Ладно, сюда пойдем. Чего уж. Сейчас провалимся куда-то. Нет, нет. О. Ух ты! Фоточка какая-то. Че, блять, это за фоточка-то? А, ну съемочная площадка. Ага. Блять, я должен буду дольше смотреть на это, что ли? Не знаю, что-то как-то вот. Так, дурак, умно валяет дурака. Ладно, тут тоже забрали. А, это мы картины, наверное, тоже. Там же у нас место под картины было. Картины, наверное, там вешать будем. Что-то есть? О, у каждого из нас своя ноша. Ну, ладно. А силуэты, лица, голоса из прошлого. Ноша в тяжелом старом мешке. Ёпта, что ты там сделал? Почему они так тормозят? Так, ну это, наверное, либо кинотеатр, либо просто театр какой-то. Он же не поворачивается. Бля, а чё они так тормозят в натуре? Ладно, хрен с ними. Гримерочка. Херобурень. И прежде всего нужно избавиться от нее. От кого от нее? Пям! Давай. Достаточно крошечной искры, чтобы зажечь человеческую душу. Ключик взяли. Ладно. Вот я так... Да, акт созидания всегда начинается с акта разрушения. И что? Короче... Корень какой-то...
Вот в нее, наверное, поиграть, если в виртуальной реальности будет ништяк. Одна жизнь заканчивается, другая начинается. Одна жизнь заканчивается. Правильно. Начали. Ха-ха, давай бабу убьем. Но! Задача простая, а исполнение... верное, чуткое, искреннее. Сойдет пока что. Мне, знаешь, что интересно? А как-то оно, блядь, влияет на развитие игры? Потому что в первой части там, по-моему, было Барбер, оно как бы... Ну ладно, застряла она, походу. Пулька-то наша. О! Что-то звуки нагнетают. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Опять одно. Ух ты, блядь! Вот это ты сейчас, да. Сейчас ты чуть-чуть меня этот... Совсем самую малость напугал. Опять черно-белое. Скажешь, нет? Сейчас побежит на меня, да? Давай. Вася, бля. О. Да, выключим. О, ебать, что-то вот это проси... Воу-воу-воу-воу, ты что так, воу? Что так тормозишь? О, FPS прям что-то умирает. Это, видимо, что так должно быть. Слышь, по ушам. Вот там кто-то лезет. Ходить я не могу, что это было? О, звонок, ёпта! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как по ушам! Ай-яй-яй-яй-яй! Ёпта, звонок в натуре был. Подожди, опять надо чуть подрезать. Или чё, или нормально? Не знаю, чуть... Еще, бля, подрыв. Че оно так тормозит ужасно? Ух ты, бля! Ах ты ж, сука, а! Вот это да, вот это сейчас было. Воу. Что мы так тормозим? Или может это специально, типа как в старых фильмах? Смотри, что я нашла, мистер Харди. Тут же, да, тут же нормально. Эта схема поможет нам избежать опасности и найти безопасную гавань. Типа, вот куда можно, куда нельзя. Да, это как будто бы может быть фильм, поэтому и FPS, ну, 45, он должен работать нормально. О! С чужим играть нельзя, ей это не понравится. Эй! Она не любит, когда играешь с кем-то, кроме нее. Куда убежал, блядь? Да не может быть такого, вы что, угораете? Может быть, это специально, но серьезно. Здесь же все нормально, да? Реквизиты, список покупок. Реплика кремниевого пистолета. Ох, ебать, 17 века, да, одна штука. Боевая.
Пиротехнический состав зачеркнуто. Так, порох 4 бочонка по 66 фунтов. Патроны 5 коробок по 100 штук. Манекены 100 штук. Ебать, по 5 патронов на манекен, что ли? Я надеюсь, эта залупа сейчас перестанет тут так тормозить. Ну это та херня, по-моему, с первой части была сейчас. Так, лишь один из нас знает, что нужно сделать. Лишь один знает, что на кону. А другому знать не обязательно и понимать не обязательно. Только слушать и играть роль. Хорошо. Да что ты, блядь, нормально же все было. Что ты тормозить-то начала? Лили, там в темноте кто-то есть. Кто-то идет. Hello? Эй, кто здесь? Anyone there? Bloody hell. Проклятие. К черту, раз начальнику так приспичило, пускай сам проверяет. Ага. О, тут не, ну правда. Не должно так тормозить. Хей, блин, ну не страшно, ёпты. Пока что. Но я должен был испугаться, по идее. А, во. Но это мы что-то, да, мы играем свою роль строго. О! Залупа, я тебя догоню, блядь! Стой, нахуй! Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем может быть. Продолжить. В смысле, мне не надо было так делать? Мне не надо было туда идти. Беги. Мне надо было убегать. Close the door. О! This bottle do. Так, это Hurry, место подойдет. Скорее запирай, они будут здесь вот так. Лили, мне страшно. You should be scared. И правильно, ты же знаешь, что будет, если нас найдут. Нас вернут назад. Ох, бля! О, блядь! Да подожди ты, ёпта, я запутался! Сука, рая, блядь! А, ебать, по ушам бьет. Охуеть, когда я думаю, что учусь жизнь, я учился умирать. Продолжим. Охуеть, сейчас мы, наверное, начнем же, я надеюсь, вот оттуда. Бежим, блядь. Открывай, блядь! Ох ты, ебаный насрать, а? Оказывается, тут, смотри, есть, да, какая-то залупа, которая за нами гоняется. Ай ты, блядь, да что ты будешь делать, а? Двери сзади. Да я закрыть хотел, сука! Подожди, блядь. Так, надо...
чуть-чуть добавить этой верткости. Залупа, блядь, конская, идет за мной, нахуй. Открывай быстрее, блядь. Да идешь ты нахуй, а? Орешь, блядь, на меня. Беги, 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 беги. Вот это да, вот это, конечно. Да я ж бежал! Куда нахуй? Да, блядь, да чё ты нахуй угораешь, а? Ну давай еще раз. Ну я заебался, если честно, уже бегать от неё нахуй. Уже, честно, даже поднадоело. Блять, ну вот эта хуйня почему-то все тормозит. Эта хуйня бегает без. Короче, я понял, что тут дверь закрывать не надо, надо просто бежать. Да, блять, открывайся быстрее, блять. Да идешь нахуй, а? Че ж ты так, блять, быстро бегаешь-то нахуй, а? Да, блять, быстрее! Просто буду бежать прямо нахуй. Двери сзади, блядь. Какие нахуй двери сзади? Ну где, блядь, сзади? Ты угораешь, что ли, нахуй? Ты ж сука, блядь. Заебла. Фу, блядь. Ладно. Давай попробуем закрывать нахуй двери, блядь. Блядь, быстрее нахуй закрывай. Попробуем закрывать нахуй. Он их же, блядь, ломает. Сука, почему тормозит так, я не пойму нахуй. Меня аж это... Блять, быстрее нахуй. Бля, хуярит там, сука, все хуярит, пидорас, блядь. Бля, да ты че так тормозишь, нахуй? Угораешь, что ли? Ох, блядь, давай, 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 давай. Такое ощущение, что я вот сейчас. Блять, быстрее от него бегу. Хотя хуй знает. Да, блядь, быстрее, ебаный. О, заебись! Очень надо было. Охота нахуй. Сука, рая, ёб твою. Ну ладно. Ой, аж что передернуло меня. Ладно, все нормально. О. Нет, сам по себе игра так тормозит сейчас, прикинь. ФПС нахуй зарезала, так и вот тупит. На записи такая же, походу, залупка будет. Что это? Что это? Что это? Куда мы пришли? О! Надень маску. Персонаж, покажи свое истинное лицо. Так. Окей. А как я могу надеть маску?
О, что-то есть. Так, в каждом актере сокрыта роль, которую ему суждено сыграть. Персонаж, которого предначертано создать... Так, сколоть излишек скованного мрамора, придать атмосферности и очертания, пока так не останется одна лишь истина. Окей. Что-то я пока... Ну-ка, давай наверх. Блин, сука, тормозит так пиздец сейчас, правда, на меня. А, вот, да, картинки появились. Это вторая, да, картина? Давай. Посмотрим. И закончим нахуй на этом. Ебать, час охуеть. О, нога появилась, смотри. Как далеко он зайдет? Как глубоко спустится? Предмет его поиска все еще где-то там. Укрыт, спрятан, заперт в хранилище. Собственной темнице. Он безуспешно пытается понять. Голодный зверь не думает. Он знает, он нуждается, он действует. Там, где сдается рассудок, инстинкт берет вверх. Потому он должен составить спокойные воды разума и покорить буйство зубов и когтей. Лишь тогда он отыщет ключ и получит награду. Ай, блядь, акт второй. Охота. Фух. Так, ну... Блядь, не тормозить, ладно, надо заканчивать все равно, и потом перезапущу. Окей. В целом, ну прикольно. Я, правда, охуел, когда сейчас за мной вот эта залупа гналась. Такого никогда вроде не было. Вот. Блядь, ну тормозить, да, тормозить надо будет, смотреть, что с ним не так. Вот. Ну что ж, ребят, на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Пишите комментарии, ставьте лайки. На этом все. Всем спасибо, всем пока.